Я нахожусь на черной ольхе. Это дерево уникально благодаря своим питательным свойствам. В первую очередь, семена ее любят птицы и мелкие грызуны. Но даже когда дерево погибает, она остается центром притяжения многих видов, потому что в ее древесине поселяются грибы, насекомые, какие-то мхи, лишайники. Они, в свою очередь, служат питанием других организмов. Вот мы видим, что дальше высохшая часть дерева уже покрыта различными отверстиями. Это работа дятлов или каких-то птиц, которые выковыривают насекомых из мертвой древесины, которая для этих насекомых является настоящим домом.